Какая погода ждет нас в выходные? Удастся ли покататься на санках и лыжах? Смотрите далее. Вот уже неделя, как в Чувашии появился снежный покров, но пока он так и не может установиться. Температура воздуха поднялась до плюс 1 градуса Цельсия. По данным синоптиков, в ближайшие 2 недели может стать еще теплее. К нам на большой скорости начал поступать теплый влажный воздух из Атлантики. Обычно такие процессы продолжаются довольно долго. В предстоящие выходные осадков не ожидается. Ветер будет довольно сильным, с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем около 0 градусов, по ночам до минус 6. Это может стать причиной гололедицы на дорогах. Будьте внимательны.